face in your face. Итак, друзья, всем кипаса! Пацаны, всем здорово! Не забываем Санька Диабло R1. Ведь, ребята, скоро будет год, как Сани уже с нами нету. Это просто печально, ребят. Это просто печально. Я начинаю ролик как бы с печальной новости, да? Просто понимаете, Санька забыть просто как бы... Вообще, не нужно его забывать, его нужно помнить. И Санек вот своим, как бы, своими видео, друзья, дарил нам очень много позитива. Да, часики вообще, пацаны, о чем речь? Пепси? Пепси? Пепси, Пепси, Пепси Кола. Королева танцпола. Я моя кола, королева танцпола. Кола, королева танцпола. Кола, королева танцпола. Кола, королева танцпола. Ты как ты угодал, ты станешь, ты мой биопарь. Корона прижится на баре. Музыка плотно берет тебя сзади. И пусть сердце, что не в этой классе. Королева танцпола. Пепси. Да, ребята, песня такая есть. А так я еду, пацаны, никуда не тороплюсь вообще. Вот. Я люблю свободу. Свободу. И чистую воду. Есть такая песня, ребята. Это кайф, 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 кайф. Не, ну на самом деле есть такая песня, называется это кайф. Кайф, кайф, кайф. Вот, еще таким голосом он поет. Вообще трэш. О, да кайф, можно вообще катосить каждый день, друзья. Дождей практически нет, жара. Тополиный пух, ну правда уже кончился. А так погода вообще прям кайфовая вообще. Но я, ребята, делаю машину просто вообще люто каждый день. Ой, блин, как жарко, ой, как жарко, так говорю. Как светло, когда визор открыл, темненький. Как стало светло. Да, 2 недели не катосил на мотоцикле. Вот и лампочки заморгали. Коротко в моем сейчас состоянии, мне жарко, вот. Я маленечко расстроен, потому что я опять снял коробку передач со своей аудюхи. По той причине, что она жужжит. Она не гудит, она жужжит на всех передачах. Вот, это оказался подшипник вторичного вала. Мне пришлось распрессовать вторичный вал, пацаны, кому интересно автотема. Вот, и сейчас я еду за подшипниками. Здрасте. Здравствуйте. Мне 92-го. Угу. Помог или обычный? Да обычный. До полного, короче. Обычный синий пистолет. Угу. До полного. Угу. Танека обычный, разницы вообще никакого нет. Что даже взять 95-й, разницы вообще нет. Один и тот же Бенц. Один и тот же. На 95-м только как-то по-другому мотоцикл работает. Такой жестко, бля. Жестко как-то работает. Прям тарабанит, как дизель. А на 92-м мягко работает. Поэтому я его и лью. У нас есть 95-й только на одной заправке. Вот. Но туда надо еще как бы доехать. Вот. Нужно хотя бы иметь литров 7 бензина, чтобы доехать до этой заправки. Но такое случается редко. Ну и все. Сколько? 12, нормально, не обманули. Потому что я доливал, когда сюда поехал.
Ништяк. Это вы сдачу кому дали-то? А, ему, да. А я вам 2000. Я знаю. Ага, понятно. У меня карты нету. А можно еще вот чая вот этого Липтон вот за 100 рублей? Так вот, друзья, взял Липтона прохладненького, на улице 30 градусов жары, а я тут помыл я мотоцикл, как мы видим, он помытый, он чистый, вот, в отличие от меня, это я грязный, потому что валяюсь под тачкой, делаю машину, вот. И, в принципе, чё? Так, вот этот ездит на Мазде, как я понял, а? Да. А, ну, тут серьезные дамочки работают. Тут, кстати, на этой заправке ни одного мужика никогда не работало, по-моему. А, тут мужики были заправщиками. И то они работали совсем прям чуть-чуть. Прям чуть-чуть они работают, буквально меньше недели все. Вот, это такая заправка, там одни женщины. Вот, я не знаю почему, но там работают одни женщины.